Это Бон Вояж, чуваки. Всем здорово. Как вы поняли, у нас разбор проекта Бон Вояж. Я один синтезатор тут подобрал не очень удачно, не очень прям не точь в точь. Кстати, над Бон Вояжем я трудился очень долго. Тут аж целых 19 дорожек. Это самый такой прям проект, который очень... Короче, требовательный, ну как требовательный, вот он тяжелый самый и самый прикольный. Значит, первая мелодия у нас Purity, инструмент Pretty Suitcase. Он у нас убавлен на 5 децибелов, вот такой вот параметрик, и, кстати, у нас 100 темп. На мастере у нас висит soft clipper и limiter наполовину. Вот такие вот ноты. Да, грустно, очень. Вот такой вот Electro X. Это вот папка кейс и пресет Wave Inconsistence BT. Он должен быть у всех, у кого есть Electro X, потому что, ну, как бы, типа, это стандартный пресет. На мастере он у нас убавлен на 7 дБ. Такой дилей наполовину. Вот такой вот параметрик, Kimmel Crusher, вот с такими настроечками, и он прям убавленный. И все. А, ну, как же я забыл стереосепарацию, 73%. Звучит оно таким образом. Есть также второй паттерн на октаву вверх. И, кстати, я тут добавил... Немножко от себя, вот здесь вот. Получается, звучит оно так. Все. По мелодии все. Остается драмка, которая очень как бы... Не то чтобы сказать тяжелая, но тут много всего. Вот такой вот хэд. Я его на ноте B поставил, чтобы он так брутальнее звучал, типа. Он у нас убавлен на 2 дБ на мастере, и все. Звучит паттерн так. Дальше. Вот такая вот перкуссия. Это этот, как его, Cowbell. Он у нас на мастере убавлен на 2,5 дБ, и все. А потом вот такой вот римшот, это как метроном, короче. Он у нас убавлен на 6,8 дБ, почти на 7 получается, и все. А дальше вот такой вот кик, его 3 паттерна у меня. По сути, их в оригинале 2, но я сделал 3. Он у нас прям чуть-чуть забущенный, прибавлен на 8 дБ и имеет сайдчейн к двум басам и клэпу. Потом сайдчейн эти разберем, я покажу. Вот такой вот второй паттерн, он играется только один раз. Так. И третий паттерн, он тоже играется один раз. Вот так звучит. Мне кажется, 10 минут не хватит на этот разбор, потому что, когда я первый раз снимал, у меня тоже больше 10 минут ушло. Значит, вот такой вот синт-бас. Тут, кстати, два GMS-а, одинаковых причем. Бас прогрессив ТЕ. Он у нас на четвертом канале. На четвертом канале он прибавлен на 1,6 дБ. Вот такой вот, значит, у него сайдчейн от
от баса и от кика. От баса, который Jets and Da Baby. Вот такой вот у него эквалайзер, и звучит он вот так. Есть второй паттерн, и третий. Тут уже другой GMS с тем же пресетом, только в нем убавлен низ. Он на максимум прибавлен на мастере. И вот такой вот эквалайзер. То есть все остальное прибавлено, кроме низа. Низ вообще убран. Звучит так. И еще один паттерн вот без этой вот ноты. Так. Дальше. Клэп состоит из пяти целых. Один вот такой вот. Потом такой. Потом такой. Такой. И такой. Все. Звучат они вместе вот так. Они сброшены на один и тот же канал. Я всегда люблю так делать. Убавлены на 1,6 дБ. И вот такой вот сайдчейн от баса. От кика. Есть второй паттерн, вот в котором вот этот вот клэп именно, он вот так вот играет. А дальше. Треугольник вот такой вот. Да ё-моё. На мастере он у нас убавлен на 3,3 дБ. Так. Open head. Получается, звучит вот так вот. Вот эти вот пустые ноты, это просто обычная эта нота, только с полностью убавленным velocity, потому что я специально так сделал, чтобы не морочиться особо, я просто поставил cut itself, и то есть, когда он надвигается на этот, он останавливается. Вот, вот такой вот чант. Его один паттерн. Кстати, вот такая вот это крэш. На мастере он у нас крэш, крэш, крэш. Убавлен на 2 дБ. Кстати, open head убавлен на 13 дБ, а чант убавлен на 7,3 дБ. Вот такой вот реверб, кстати, на чанте. А потом у нас уже пошли аудио. Вот такие вот, да, тоже тот же самый крэш. Только я его чуть-чуть это тайм ему подкрутил. И вот такая вот шейкер. Я ему тайм чуть-чуть побольше сделал. И он вот таким вот звуком стал. Потом вот такой вот этот. Я его в некоторых местах разрезал. И вот такой вот волюм поставил ему. И в принципе можно уже слушать. Кстати, чуть не забыл про основные басы. Jetson Da Baby звучит так. Он у нас чуть-чуть вот так вот запущенный. И вот он прибавлен на мастере на 4 дБ. Вот такой параметрик на нем и вот такой вот сайдчейн. Дальше у нас есть спинс. Да какой клэп? Спинс. Я сам удивлен, почему тейп начал использовать очень много спинзов. Короче, он вот чуть-чуть запущенный, потом... Он у нас прибавленный на 1,6 дБ. Вот такой сайдчейн от кика. И вот такой вот сайдчейн от баса. Да, от баса, не ослышались. Вот от первого баса, который без низа. Я не знаю, зачем я это сделал, но вот так вот звучит.
Thank you.